Всем привет! Я знаю, что вы долго ждали торговлю, и в этом видео будет шикарная торговля. Досмотрите это видео до конца. Итак, смотрите, какая у нас здесь ситуация. Здесь у нас нисходящий тренд. Торговать я буду в этом видео по тренду. У нас здесь нисходящий тренд. Я жду точку для входа. Мне нужно, чтобы график еще немного поднялся, потому что вот здесь сейчас опасно заключать сделку. У нас хороший план и нисходящий тренд идет. Вот отличная позиция для входа. И я заключаю на 10 тысяч на понижение. Еще раз на 10 тысяч на понижение. Теперь я дожидаюсь коррекции. Вот, график идет вверх. И еще раз я заключаю на 10 тысяч на понижение. Видите, я заключаю сделки частями, потому что, например, вот если бы две нижние сделки не зашли, да, а верхняя зашла, мы бы уже не потеряли все свои 30 тысяч. Так что всегда заключайте частями. Смотрите, какая специфика, да, работы по тренду. Чем плавнее тренд, тем он устойчивее. Видите, здесь я поставил на 2 минуты. Сейчас буду дожидаться коррекции. Если будет коррекция, я буду еще добивать сделками на понижение. Смотрите, я как раз заключил в отличной точке на понижение. Нисходящий тренд в верхних точках мы заключаем на понижение. Восходящий тренд в нижних точках мы заключаем на повышение. Ситуация шикарная, все идет как нам нужно. Я долго уже не торговал на этом счету. Видите, было восходящее движение, было затухание, и теперь тренд пошел вниз. Долго не торговал. Пробью я в этом видео 1 000 000 рублей в Новый год с 1 000 000. Сейчас напоминаю, что основной мой доход на криптовалюте. Вы видели, как сейчас поднялся Ripple, да? Кому я говорил, что нужно инвестировать в Ripple, давал прогнозы, что в новом году Ripple будет стоить $3. Мой прогноз, что она в следующем году будет 2-3 доллара. И я не знал, что так быстро это все произойдет. Буквально за неделю Ripple вырос в 3 раза. Сейчас мне в личку сыпется очень много благодарностей. Люди еще купили, когда он стоил доллар. Сейчас свои вложения люди увеличили в 3 раза. Один человек мне написал, что закупился на 10 тысяч баксов и буквально за неделю заработал 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов, и пишет, что рэпер, скинь свой кошелек, я тебя отблагодарю, скину тебе процент. Я говорю, ничего не нужно. Главное вывести ту часть денег, которую вложил, чтобы вот человек забрал свои 10 тысяч и дальше работал только в прибыль. Так что вот такие вот сейчас деньги можно делать на криптовалюте. Следите за моим каналом, следите за моим инстаграмом. Там я рассказываю самые свежие новости, что и куда я инвестирую. Вот такие сейчас заработки. Люди спрашивают, как инвестировать, как конкретно зарабатывать. Вот, я вам рассказываю информацию. Рассказываю, вот, что я вот проинвестировал в Ripple. Даю прогнозы. И дальше выбор за вами. Стоит ли туда инвестировать или не стоит. Те, кто купил вот Ripple еще по доллару или по 70 центов, напишите в комментарии, сколько вас, сколько еще людей за мной проинвестировало в Ripple и сколько уже вы на этом заработали. Так что вот такая вот ситуация. Так, здесь у нас все отлично. Сделки закрываются в плюс. Я словил отличную точку для входа. Так, погнали дальше. Следующая ситуация, вот она. Смотрите, тоже здесь шикарный нисходящий тренд, плавное движение. Но смотрите, график у нас внизу. Здесь опасно заключать сделку на понижение. Видите, график продолжает опускаться. Вот здесь ни в коем случае не нужно заключать сделку на понижение, потому что может произойти коррекция, да, вверх, и вы потеряете деньги. То есть, видите, я здесь дожидаюсь движение вверх, да, но график продолжает идти вниз, и я покидаю эту валютную пару. Смотрите, следующая валютная пара, австралиец-канадец. Шикарная ситуация, я заключаю сделку на повышение, еще одну на повышение. Еще одну на повышение, и сейчас жду коррекции. Вот, дожидаюсь коррекции, еще раз заключаю одну сделку на повышение. Смотрите, какое плавное идет движение, то есть сильный тренд. Заключила сделку на 1 минуту, видите, потому что минуты здесь достаточно. Можно же, конечно, было бы и на 2 минуты заключить.
Шикарно я начал этот год, вот новое видео с шикарной торговлей. Как говорится, как год начнешь, так его и проведешь. Но это все зависит от вас, от вашей веры. Все проблемы у вас в голове. Как вы думаете, так оно и будет. И здесь видите опять шикарная точка для входа, да, я отлично вошел в тренд. Как раз график был в нужной позиции, и все сделки закрываются у нас в плюс. Вот здесь я уже планировал, кстати, заканчивать торговлю. Но остался опять же на этой валютной паре, потому что трендовое движение было сильным. Вот, это же валютная пара, это же трендовое движение. И опять же график у нас в хорошей позиции, смотрите, да, внизу, да, не вверху, а внизу. И опять я заключаю на 30 тысяч на повышение. Наверное, я буду идти к 2 миллионам. Пока сейчас хороший доход у меня идет на крипте, я эти деньги трогать не буду. Сниму уже 2 миллиона, чтобы сохранить свои средства, да, ни на что не тратить. Так, здесь я заключил, да, но ситуация довольно-таки шаткая, видите, да? Заработали и уходите с рынка. Ставки делайте частями, не рискуйте последними деньгами, всегда торгуйте на свободные средства. Вот здесь я увеличиваю. Отлично, никто меня не закрывает, все шикарно, никакого одного пункта. Все шикарно, все сделки у меня закрываются в плюс. Вот так я вот начал торговлю в новом году, смотрите. Вот для вас вся история сделок, кто что-то там не верит, берите и проверяйте, были ли действительно такие сделки, у меня часовой пояс плюс 2. Итак, получилось заработать где-то за 15-16 минут 79 тысяч рублей. Вот такая вот получилась шикарная торговля. Вот вам все сделки, проверяйте. Время, валютная пара. У меня часовой пояс плюс 2, еще раз напоминаю. Народ, подписывайтесь ко мне в Инстаграм, потому что там все будут самые свежие новости по поводу инвестирования, по поводу криптовалюты. Будут много видео о торговле, конечно же, много видео будет о криптовалюте, потому что это теперь мой основной доход. И я считаю, в 2018 году можно на этом сделать, не знаю, 1000% это как минимум. Можно реально поднять 1000%, то есть вкладываете вы 10 тысяч рублей, да, поднимаете 100 тысяч, это можно сделать за год, и это вполне реально. Я думаю, можно даже не 1000%, а 3000%, это вполне реально сделать. 30 раз можно сделать так, чтобы ваши инвестиции выросли. Спасибо, народ, всем за просмотр. Обязательно поставьте лайки этому видео, подпишитесь сейчас на канал, подпишитесь на мой Инстаграм. Всем пока!